Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Первые ученики Иисуса Христа. В другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что-то доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус увидел идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я увидел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь? Потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Текст по книге «Библия» в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.